Задавальник третьего курса МФТИ ФРТК 1693-94 учебный год. Сборник программы заданий. Указаны номера задач, либо приведены их условия. В течение семестра нужно решать и сдавать преподавателю. Также указана программа курса, но не указано точный перечень экзаменационных билетов. Обычно экзамены бывают из двух частей, письменная и устная. Видите, тогда еще на печатной машинке все это набиралось. И формулы писались вручную. Тогда еще компьютеры где-то не развиты. Но здесь, вот видите, уже на компьютере формулы набираются. Вот, интересно. Ну, сравните с текущими задавальниками.